Хочу сказать, что вообще у меня в крови вообще течет украинская кровь. Мой прадед был гетман Украины Дорошенко. Вот. И это вот наша вот эта вот линия Дорошенко, она дошла до моей родной бабушки, поэтому, собственно, я, можно сказать, на какую-то такую добротную часть украинка есть такое. Поэтому тем более хочу сказать, что все, что происходит там, мне не то, что не безразлично. Я очень болею за русских, за украинцев, и мне очень хочется, чтобы на других уровнях люди просто действительно договорились уже. И вот все вот эти конфликты, я, например, честно говоря, не сторонник, там, как многие сейчас говорят, Америка виновата в этом, Украина, может быть, Россия. Боже упаси, я вообще так не думаю. Я только думаю о людях. Хочется сказать, дорогие мои, так желаю вам мира, так желаю, чтобы поскорее все это закончилось. Будьте здоровы.